счастью, травмы пассажиров оказались несерьезными. В основном ушибы и ссадины. У двух пострадавших состояние здоровья вызвало наибольшее опасение, поэтому их медики решили увезти в больницу. Пострадали там, жалоб много. В больнице кого-нибудь забирали? Да, два человека забрали. У него пассажиры забрали, и у меня девушка поехала. Ну, еще, наверное, будет, не знаю. Больше всего медиков удивило, что водитель «Лады Калина» не получил ни единой царапины, хотя вся сила удара пассажирского многотонника пришлась как раз на его сторону. Шофер лишь стряхнул с себя осколки битого стекла и, как ни в чем не бывало, стал вызывать на место инспекторов ГАИ. По словам мужчины, он не понимает чересчур щепетильного отношения к своему здоровью. Говорит, его пассажир также, судя по внешнему виду, в помощи врачей не нуждался и, по идее, мог отказаться от госпитализации. Врачи сказали, что нет у него такого серьезного чувства, там это самое. Сейчас снимок сделать, он ходит своими ногами, все, пошел. После того, как подъехали полицейские, споры между водителями и виновниками ДТП продолжились. Никто из участников не хотел признавать, что именно он нарушил правила и попытался проскочить на запрещающий сигнал светофора. Не ожидал даже, что она будет оттуда ехать на красный свет. И подрезал, и все, я ее сбил прям. И тихо-тихо тормозил, чтобы много народу не упало. Очень много пассажиров было. Это у автобуса красный свет был? Получается так. Руслан говорит, что он на зеленый ехал. Я тоже на зеленый. Мы сначала на светофоре стояли, потом тронулся на зеленый. Не я один только тронулся там, еще и люди поехали, которые. Просто остальные то не задели? Только я первый проскочил. Машина такси арендованная. Шофер говорит, что работает на этом автомобиле больше 4 лет и ни разу не попадал в подобные аварии. «Лада» теперь нуждается в капитальном ремонте. Видеорегистратора ни у кого из участников ДТП не оказалось. Решать судьбу обоих водителей теперь будет суд. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, Артем Агалаков, эфир 24. Знай наших, участвуй в акции Куранова 80 и получай призы. Подробности на сайте www.efir-kazan.ru.